Сегодня в зале Маджлиси Оли Республики Таджикистан состоялось первое совместное заседание Маджлиси Мили и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Сегодня в зале Маджлиси Оли Республики Таджикистан состоялось совместное заседание Маджлиси Мили и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. На основании статьи 9 Конституционного закона Республики Таджикистан о Маджлиси Оли Республики Таджикистан и статьи 2 Регламента совместных заседаний Маджлиси Мили и Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, согласно которой на совместных заседаниях Маджлиси Мили и Маджлиси Намояндагон поочередно председательствуют председатель Маджлиси Мили и председатель Маджлиси Намояндагон. Совместное заседание состоялось под председательством председателя Маджлиси Намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махматтоира Зокирзода. В работе заседания приняли участие премьер-министр Республики Таджикистан, помощник президента Республики Таджикистан по правовым вопросам, полномочный представитель президента Республики Таджикистан в Маджлисе Оли Республики Таджикистан, председатели Конституционного суда, Верховного суда, Высшего экономического суда, генеральный прокурор Республики Таджикистан, председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Республики Таджикистан, председатель Счетной палаты Республики Таджикистан, директор Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Республики Таджикистан, председатель Национального банка Таджикистана, уполномоченные по правам человека в Республике Таджикистан и другие официальные лица, а также приглашенные представители средств массовой информации. На совместном заседании после создания секретариата заседания, избрания комиссии по подсчету голосов и установления порядка освещения работы заседания была утверждена повестка дня, состоящая из 15 вопросов. Затем были рассмотрены вопросы повестки. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан об освобождении Зокирзода от должности заместителя премьер-министра Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан об освобождении Шохмурода от должности министра юстиции Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан об освобождении Тахойзода от должности министра труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан об освобождении Хикматуллозода от должности министра экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан об освобождении Орумбекзода от должности министра культуры Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан об освобождении Саида Нуридин Саида от должности министра образования и науки Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан об освобождении Сатури от должности министра сельского хозяйства Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан о назначении Исматуллозода заместителем премьер-министра Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан о назначении Гулмахмадзода заместителем премьер-министра Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан о назначении Ашуриона министром юстиции Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан о назначении Джаборзода министром труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан о назначении Завкизода министром экономического развития и торговли Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан о назначении Давлатзода министром культуры Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан о назначении Имомзода министром образования и науки Республики Таджикистан. Об утверждении указа президента Республики Таджикистан о назначении Салимзода министром сельского хозяйства Республики Таджикистан. По всем вопросам были приняты соответствующие решения.